Султан II, сын Сулеймана Великолепного, был так же, как и другие его братья, прекрасно воспитан, хорошо образован, но было что-то одно, что сильно отличало его от всех, и благодаря чему он стал султаном. Начнем с того, что это был первый шахзаде, родившийся в Стамбуле и умерший своей смертью в Топкапы султан. Селим был очень набожным, любил ученых, поэтов, уважал музыку. Он был искусным лучником, говорят, что никто до него не умел так хорошо обращаться с этим оружием. Также Селим отмечается как крайне добрый султан и очень скромный. Как и его отец Сулейман, Селим был очень хорошим поэтом. Внешность Селима описывается в разных источниках. Наиболее часто о нем говорят как о довольно высоком мужчине, со светлыми волосами, высоким лбом и карими глазами. Селим внешне был довольно красив собой. Селим никак не проявлял своего желания занять трон, будучи шахзаде. Наоборот. Окружающим всегда казалось, что это единственный шахзаде, которого совершенно не интересует власть. Гораздо позднее люди начнут говорить, что просто Селим не годам мудр и вел себя достойно. В доказательство этому убеждению приводится следующая история. Когда Селим был молод, у него был лучший друг по имени Джалал-бей. И вот однажды он спросил у него: «Как к нам относятся люди, что говорят о нас?» На что тот поведал: «Армия поддерживает шахзаде Мустафу, в то время как родители и сестра поддерживают шахзаде Баязида». Тогда Селим произнес мудрые слова: «Пусть самая сильная сторона желает, чтобы султаном стал Мустафа. Пусть Баязид в качестве султана будет востребован моими родственниками. И пусть в это время несчастный Селим уповает к Божьей милости. Давайте наслаждаться жизнью, завтрашний день принадлежит Аллаху». Так и случилось в действительности. Мехмед и Джихангир умерли. Амбициозное поведение Мустафы и Баязида привели их к смерти. А Селим своим достойным, скромным, мудрым поведением доказал, что достоин трона. Как говорят, Селим обрел благословение терпением. И тем самым доказал, что он самый достойный кандидат на трон. Вас удивит тот факт, но Селим стал первым османским султаном, который проявил первые европейские признаки управления государством. При нем власть носила задатки парламента, когда совет дивана во главе с великим визирем Сакалу Мехмедом Пашой управлял государством во всех его множественных вопросах, и была лишь небольшая часть дел, где решение принимал сам Селим. Разумеется, и скорее всего это было сделано им неосознанно, хотя как знать. Родиной современного парламентаризма считается Англия. Прообраз парламента был образован в Англии еще в XIII веке. Селим, конечно же, об этом не мог не знать. Великий визирь Сакалу Мехмед Паша был зятем султана Селима, так как был женат на его дочери Эсмихан Султан. Участие Эсмихан в придворной политике помогло обеспечить ее мужу положение великого визиря на 14 лет. Европейские первоисточники изобилуют свидетельствами о подчиненных отношениях великого визиря по отношению к его царственной жене, которая была на 40 лет его моложе. Она была выдана за него замуж в 1562 году ее дедом султаном Сулейманом в награду за вклад Сакалу в победу наследного принца Селима в войне за престолонаследие. Венецианский дипломат Марино Кавале заметил, что умный и благоразумный великий визирь, который не уступал своей царственной жене в религиозном фанатизме, пользовался беспрецедентным авторитетом как истинный император османских владений. Посол Рагузы в Риме сообщил папе, что Сакалу, который правил империей своего пассивного и гедонистичного тестя как виртуальный император, боялся только своей гораздо более молодой жены Эсмихан. Осуществляя над ним жесткий контроль, она время от времени оскорбляла Пашу, называя его влах, то есть неотесанный уволень, и говорила, что если он не сможет ей хоть раз понравиться, то рискует быть смещенным с должности. Вот как, друзья мои.
не только период правления Сулеймана стоит относить к периоду османского великолепия. То время, пока у власти стоял Селим, тоже было одним из самых ярких периодов империи. У Испании был отнят Тунис, сломлена многолетняя оппозиция в Йемене. Мусульмане Индонезии получили серьезную поддержку османских артиллерии и флота, что позволило им победить португальцев и надолго сохранить свое превосходство. Селим заключил мир с Ираном, Австрией и венецианцами. Часто Селима осуждают за то, что он не расширял уже завоеванные земли, так как он первый султан, который перестал ходить в военные походы. Но наиболее продвинутые исследователи говорят, что это лишь из-за того, что большинство военных кампаний состояли из морских экспедиций, а османские султаны никогда не управляли и не командовали флотом. Отсутствие реальных военных походов и побед поставили Селима в тень своего отца, султана Сулеймана, который, как известно, был одним из самых воюющих султанов. Шутка ли? Сулейман провел в походах 11 лет. Была у Селима мечта. Благодаря ее реализации в народе этого султана прозвали пьяницей. Однажды Селиму приснился сон. В нем он видел пророка Мухаммеда, который сказал ему, что Селим завоюет остров Кипр. Но за это Божье позволение Селим должен построить на завоеванном острове мечеть. Селим проснулся в недоумении. Действительно, вопрос завоевания Кипра часто ставился на совете дивана. Ведь остров принадлежал венецианцам и был явной угрозой самым южным берегам империи. Но завоевать остров было довольно непростым занятием. И потому совет дивана регулярно отклонял эту идею. Однако сны Селиму с пророчеством Мухаммеда снились не один раз. И вот однажды он не выдержал и поставил задачу Соколу завоевать остров Кипр любой ценой. Сомнения и опасения дивана не оправдались. Остров завоевали за довольно короткий срок, а Селим приказал построить мечеть. Так в районе Никосии появилась мечеть Селимия. В Эдирне есть комплекс Селимия, построенный архитектором Мимаром Синаном по приказу султана Селима. Одной из самых важных достопримечательностей этого сооружения является то, что купол мечети по своему размеру гораздо больше, чем купол на соборе Святой Софии в Стамбуле. Водные пути в Мекку были также восстановлены по приказу Селима, а рядом с собором Святой Софии в Стамбуле появились дополнительные бани и медресе. Топкапы, который однажды сильно пострадал от пожара, был восстановлен в довольно короткие сроки указом султана Селима. Собор Святой Софии дошел до наших дней в таком довольно хорошем состоянии и не разрушился во времена землетрясений, благодаря дополнительным подпорным сооружениям, которые построили благодаря приказу Селима. Известный нам по сериалу «Великолепный век» шейхул Ислам Абу Суд Эфенди скончался уже во времена правления Селима. Так вот, немногим известно, что этого человека глубоко почитал султан Селим и любил его как своего отца. Он так сильно любил Абу Сууда, что сослал своего единственного друга детства, с которым не расставался никогда, Джалал-бея, в монастырь за то, что он сказал несколько необдуманных слов об Абу Сууде Эфенди. Когда Эфенди умер, Селим получил сильный удар. Говорят, что смерть духовника настолько поразила Селима, что он страдал от этого больше, чем от смерти своего сына, который родился и умер спустя 2 года, незадолго до этого события. Селим закрылся и ушел в себя, днями напролет молился. Однажды, проверяя результат восстановительных работ в хамаме, он шел по мокрому полу, поскользнулся, ударился головой и вскоре умер от кровоизлияния в мозг. Он был похоронен в гробнице, построенной Мимаром Синаном во дворе собора Святой Софии. Достоверно неизвестно, сколько всего детей было у султана Селима II. Так, Пирс пишет о 6 сыновьях, помимо наследника. Нурбану стала матерью будущего султана Мурада III, а также 4 дочерей Селима. Потомки дочери Селима – Эсмихан, рожденных от Соколу Мехмеда Паши, и дочери Гиверхан, рожденных от Пиеле Паши
дожили до наших дней. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Берегите себя и не грустите. Спасибо, что смотрите. Thank you.